Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 января, снова раннее утро, и мы снова с вами собрались сейчас, чтобы почитать комментарии, и я быстро отвечу на те вопросы, которые сейчас именно злободневные по теме, а те, с которыми можно подождать, отвечу на них потом попозже. Вот вчера я показывала, как я пикирую ту рассаду томатов, которая выросла у меня случайно, в схожесть просто проверяла я. И Зинаида Аксенова спрашивает, а потом из ящичков сразу в теплицу или еще раз пикировать? Но вы понимаете, вы же слышали, что это просто как учебное пособие, поэтому рано. А вообще всю рассаду я делю на несколько групп. Какую-то после пикировки я высаживаю сразу в грунт, какую-то я наоборот пикирую с густых, с таких посадок сразу в теплицу или по стаканчикам. Это все зависит от того, в какие сроки вы посеете томат и для чего она у вас предназначена. Так, пишет Надежда, здравствуйте, приобрела томаты Петруш, сибирская тройка, подскажите, они же не относятся к томатам, посадил и забыл. Нет, это не посадил и забыл, и вот про пасынки вы спрашиваете, нужно ли убирать, немного оставлять. Сейчас это не очень злободневный вопрос, пожалуйста, посмотрите летние видеоролики, вот про Петрушу огородник, про сибирскую тройку, очень подробно рассказывала про пасынкование, вы все поймете, и, возможно, вам уже не нужно будет второй раз объяснять, а вообще я это буду говорить уже немножко позже. Сейчас мы в основном о посевах, о сортах разговариваем. Так, вот пишет, пролистнулось, что с прошлого года остался раствор. Ну, все, пролистнуло, подождите минутку. Осталась крутая марганцовка, она пригодна или нет? Вы знаете, я вам врать не буду, ни разу не использовала с прошлого года марганцовку. Я разожу всегда свежую, я даже ничего сказать вам не могу. Ну, никогда не было такой ситуации. Ирина Шацкая пишет, Оля, не нашла у вас ролик про баклажаны. Про баклажаны я нынче говорила только про то, пикировать их или нет, и как сеять, в какую очередь. Еще никаких роликов не было, потому что ни посевов, ничего еще не было. Но есть позапрошлогодние ролики, очень подробные, и про посадку, и про пересадку, про выращивание в кассетах, про посев без пикировки, с пикировкой. Про баклажаны я освещала один раз тему очень подробно, в тот год было очень-очень много баклажанов. Если вам действительно эта тема интересна, вы, пожалуйста, отмотайте назад на полтора года и посмотрите. Чем ближе к посевной, тем больше начинается реклама каналов. Рябцев не исключение, рекламирует свой канал. Возможно, может быть и да. Я же все забываю. Некоторые люди как это, вот подписывайтесь на мой канал, там ну что-то как-то зазывают, рекламируют. А я про это всегда забываю. Я все тороплюсь. Здрасте, до свидания, пока, все, и убежала. И вот когда комментарии начинаю читать, я вспоминаю, что действительно некоторые ведь люди и рекламируют еще что-то там, свои каналы, хотят, чтобы у вас было много, у них было много зрителей. Ну, я, конечно, так, убрать. Доброе утро, у меня тоже стоят семена замоченные, всходят кусками. Часть из магазина стоят, и проклевок не видно. Вот это, кстати, вот эта тема очень такая актуальная. Семена перца. Какие-то проклевываются, какие-то не проклевываются. Сейчас дальше прочитаю комментарии одной девушки, у которой на четвертый день не проклюнулось, а у которой вообще не проклюнулось. От чего это зависит, я несколько слов скажу. Хотя это, конечно, это неизведанно. Это всегда. Кто скажет про Байкал М1, я сразу говорю, что это Илья Гранкин спрашивает, что я ни разу не пользовалась, никогда не применяла его, не знаю, хорош он или не хорош. Ольга, скажи, спасибо за видео, скажите, сколько часов световой день? Вот это очень важно, Илья Гранкин спрашивает. В какое время включать и выключать? Я делаю так. Мы встаем, вот как уходят все на работу к 8 утра, я включаю. Вечером в 8 вечера, когда уже этот свет вроде бы как мешает, в глаза бьет, мы выключаем. И везде написано, что вот в такое, в темное время суток сейчас, январь, февраль, особенно у нас в сибирском регионе, темнота на улице даже днем, 12 часов им достаточно. Потом, когда будет март, например, и будет более светло, и вы увидите, когда лампу дневного света
не видно на окне, когда такой яркий свет солнечный, что он забивает вот эту лампу дневного света, что от нее уже никакой пользы нет, ее можно вообще не включать. Это вы там сами поймете, я потом весной вам расскажу, когда можно уже избавиться от этих ламп, когда достаточно солнца. Спасибо большое, отпал поиск вопроса о посадке. Это вот про люпин. Так. Скажите, какой сорт можно посеять в грунт Ставрополья, Татьяна Клименко? Я имела в виду в открытый грунт. Посеять в открытый грунт, я не поняла. Или прямым посевом в грунт, без рассады. Или посеять рассаду для того, чтобы вырастить в открытом грунте. Это я, во-первых, Татьяна Клименко, я это не поняла у вас. А во-вторых, вы спрашиваете про Ставрополье, я живу в Сибири, я, наверное, вам не советчик, если честно, у вас, наверное, там намного теплее и совсем другие условия, как я вам что-то могу советовать, если вы совсем, ну, мы разные, как я говорю, что есть холодные огородники, а есть теплые, вот я холодный огородник, мы стараемся высаживать в открытый грунт вот такие неприхотливые, которые не подмерзают, не замерзают, которые выносливые, а вам, возможно, можно любые садить, я даже... Я сама бы, например, побольше узнала, какие интересные сорта в Ставрополье выращивают. Я точно не знаю. Я нигде не была за пределами Алтайского края. Могу судить только вот как холодный огородник о таких же собратьях по несчастью, как я, которым каждый этот год урожай приходится выбивать у природы, бороться за него. У меня тоже на днях Винни-Пух магазин, и на третий день проклюнулся. Как и вы, Ольга, была крайне удивлена, Елена Дегтярева пишет. Это вот про семена, что на вторые сутки у меня проклюнулись семена перца колокольчика. Пишет Анна. Спрашивать тут что-либо бесполезно, вам не ответят. Почему она так решила? Я столько времени трачу на ответы вот моих зрителей. И вообще, если вы так говорите, вы, вероятно, заскочили откуда-то первый раз и ничего не знаете. Вы сначала, вот когда заходите на канал, вы осмотритесь, оглядитесь, а потом уже такие ответы пишите. Мне прям даже обидно, как это вам тут бесполезно, ничего не ответят. Вот почти всем отвечаю, особенно на те темы, которые вот сейчас именно в этот период нужны. Вот пишет... Елена Дегтярева поправила, Ольга отвечает только не в вопросе, а в отдельных видео. Я иногда, если вопрос, например, задаваемый часто, я даже видео снимаю на эти темы по вопросам специально, чтобы осветить для всех. Если один спросит, второй, третий. Но, естественно, что, Аня, печатать, вот человек, который действительно занимается каким-то делом, он работает, столько вопросов приходит за день, если я буду сидеть и печатать, отвечать, то все. Вся моя работа пойдет, ну, можно, короче, крест ставить на работе, просто сидеть, печатать и отвечать. Так что вы имейте в виду, если кто сидит и печатает ответы каждому, или у него секретарь, наверное, какой-то помощник печатает, или он не занимается ничем, кроме печатания ответов. Это невозможно сидеть и напечатывать каждый день. Я вот даже устно отвечаю, и то не успеваю за день пришедшие вопросы все осветить. Ну, пишут вот про этот колокольчик опять. Алла пишет, в том году посадила поздно, был весь усыпан зелеными колокольчиками, пришлось обрезать ствол, заносить. И... А еще пишет Татьяна из Омска, что была в Ашане, видела в продаже, называется спрут. Спрут новогодней фирмы Сидек, смутила высота 3-4 метра. Тань, колокольчик, это мы его зовем, вот просто колокольчик, колокольчик. Вот этот сорт, их очень много. Вот пишет, это гибрид F1. Есть и гибриды, есть и сорта. Вот так же, как у нас, например, сладкий перец, вот какой-то кубовидный. Они же, их много одинаковых, но они разные-разные сорта. И вот про эти колокольчики я читала статью. Есть тоже и высокорослые, и низкорослые. И вот Ольга Северинова пишет, что сажает тоже в ведро и осенью заносит в теплицу, так же, как и я. Значит, он у нее тоже не трехметровый, не четырехметровый. У меня вот обыкновенный, стандартный, который около метра, может быть, даже поменьше. Так. Колокольчика тут Рите Зуймоновой жалко. Посадите весь, потом продадите. Ну, колокольчик продать, он декоративный, его сложно. У нас больше всего такой регион, что люди нацелены вырастить что-то для еды, меньше для красоты. Очень хорошо томаты, рассада продается, и капуста. А перец колокольчик даже никто ни разу не спрашивал. А некоторые даже не знают, что есть такой перец. Вот
Светлана Стойко, калифорнийское чудо, хвалит: мой любимый сорт в теплом регионе успевает вызреть. Вот у вас успевает, а у нас калифорнийское чудо, проблема только в теплице, и то, если рано-рано. Вот пишет Чижикова: добрый вечер. Вы всегда так рано сеете перцы? Я живу в Барнауле, раньше февраля перца баклажана не пробовала. Пишет Татьяна: еще добрый день, я тоже сажу в феврале. Это вот про вынужденный посев перца колокольчик. Но я же вам сказала, почему я посадила рано, потому что он проклюнулся на второй день. У меня-то в планах было, что он, как обычно, 7-10 дней до проклевывания, а потом я его посажу. И это был бы как раз уже февраль. Ведь сегодня 24-е, это как раз в начале февраля я его и посадила бы. Но вот видите, как он выстрелил, такой скорострел. И получилось, что я его посадила в январе. А почему его так рано замочило на посадку? Потому что в прошлом году все-таки хотелось бы, чтобы он созрел пораньше, а не зимой дома в комнатных условиях. И мне посоветовали его посеять пораньше, потому что он все-таки, наверное, у него длительный срок созревания. Так. Поздравляю с началом посевной. Вот про сетку, про то, как затеняли теплицу сеткой, я вам попозже летом расскажу, но мне очень, ну, спрашивают, насколько эффективно или нет, Елена Фролова. Мне очень понравилось. И тень такая рассеянная, вот эта сетка маскировочная, вот когда, например, накрывают какими-то простынями, нетканками, она получается как равномерно притянень. А это именно солнце-то сквозь эти дырки попадает, но попадает как бы фрагментами. И вот получается именно такая вот, как, даже не знаю, как сказать, но мне очень понравилось. Как это, ну, летом буду рассказывать подробно, сейчас время не буду зря. А вот, кстати, пишет Елена Авершина: спасибо за обзор. Вот интересно будет посмотреть, посеете в полнолуние, не лучшее время для посева, и как сеянцы будут себя вести. Кстати, да, вот этот перец, который колокольчик, я же рассчитывала, что он как раз будет на проклевывании лежать, и он после того, как нас пройдет вот это новолуние, полнолуние, я буду его сеять. И получила посеять именно как раз тот период, когда я никогда не сею в полнолуние, а в новолуние. Вот у нас 21-го, 22-го были запрещенные это вот эти дни по лунному календарю. Но я их все равно как-то избегаю, не знаю почему. Я вот и собиралась сеять 25-го, 26-го, когда вот этот период пройдет. И вот перец колокольчик мне тут сюрприз преподнес, заставил меня сеять как раз вот в такие дни. Вот тут Таня пишет вот про такое, про вот эту стратификацию, что в холодильнике и стимуляторы, закалка. Да, многие так делают, но я не делаю, потому что... Вот пишет Галина Помурцева, сейчас вот мы про перец как раз будем рассказывать, что... Так, она ниже тут написала. Вот. Ваши семена перцев, вентисы, роксари, белый налив, ласточкой, колобок, зашли на четвертый день. Семена садила сухими, зашли все дружно. Вот я тоже буду сухими сейчас садить завтра. Я садила для раннего урожая всех по 3 штучки. Пишет: вы удивительный человек, смотришь ваши ролики и как в церкви побывал. Но это выражение я впервые слышу. А вот про перец, я хочу вас заострить про перец, что она тут потом еще помечает, что... Забыла сказать, никакими стимуляторами не пользовалась. Грунт, да, подготовила, как вы рассказывали. Ой, у меня все скачет, что-то не могу. Вот, короче, она грунт подготовила, потом дорожки пролила просто кипятком и сухими семенами разложила. Вот про это хочу сказать, что некоторые действительно вот проливают кипятком без всяких стимуляторов, без всяких вот таких вот, и укладывают туда сухие семена, у них получается там влажно, тепло, и это получается как вот такая природная стимуляция дополнительная. Я очень рада, что вот семена у вас зашли хорошо. Вот это вот один комментарий, что семена могут зайти на третий, на четвертый день. А следующая девушка пишет, вот: Ольга, вот вы говорите, пока набухнут, пока наклюнутся. У меня иногда до 14 дней проходит до наклевывания, а как посмотрю у некоторых блогеров, так диву даюсь, через 3 дня проклевываются. Как так? Лен, вот это вот и значит, что природа непредсказуемая. Вот видите, девушка написала, Галина Помурцева, что у нее прямо на 4-й день проклюнулись. У меня иногда бывает, вот как, я выращиваю сама, собираю семена, вроде бы, они у меня растут все в одних условиях, все одинаково, в прошлом году я их все посеяла вот так рядочками разными в один лоток. Одни проклюнулись на 4-й день, а один сорт проклюнулся через 15 дней. Вот что им нужно? Ну,
Вот вы спрашиваете, как так? Я тоже в прошлом году спросила, ну как так? Ну почему он так долго сидел? Что ему нужно было в одних и тех же условиях? А, наверное, никто вам не ответит. И вот этот колокольчик, вот почему у меня перец, почему он на второй день сразу проклюнулся? Хотя ни один из них, ну и таких сроков даже не может быть, но не могут они так быстро проклюнуться, не должны. Они должны сначала набухнуть, потом проклюнуться. И по идее всегда пишется, что 5-й, 6-й, 7-й день, это нормально. Но про перцы опять же пишется, но могут и на 13-й, и на 14-й день. А иногда, вы не поверите, у меня были такие годы, когда я вот массовый посев перца делала, но не взошел лоток, не знаю почему. Я подождала, простояла 2 недели. Начала, когда землю вытряхивать, освобождать его для новых посевов. И я увидела, что они только проснулись семечки. Они бы вылезли, но у них уже был бы этот 20-й день. Бывает и так. Это не знаю я даже. Пишет Дмитрий Барсуков, превикуром будете обрабатывать? Обязательно буду обрабатывать. Вот сейчас поеду на почту, поеду за превикуром. Там, кстати, девушка вот повыше комментария спрашивала про свой заказ. Я еще раз говорю, я про заказы здесь не разговариваю. Здесь разговариваем только про растения, чтобы действительно вот это вот выражение, которое мне очень понравилось, которое написала Галина Помурцева, что как в церковь сходишь. А действительно ведь, поговоришь про растения, я сама вот начинаю рассказывать, и мне многие говорят, что сразу глаза у человека загораются, и воодушевление такое, потому что, да, растения – это новая жизнь, особенно сейчас посевы. Вот посмотришь эти маленькие-маленькие проклевыши, это новая жизнь, это вот такое вот, как весной все же просыпается, все начинает шевелиться, все эти росточки, все цветочки. И действительно, кому, может быть, у кого нет церкви, кому, может быть, как-то нет дороги туда, не у всех же рядом церкви. Вот у нас недалеко, у нас прям я в огороде занимаюсь и слышу звон колоколов, это прелесть вообще. А у кого нет никаких вот таких там ни храмов, ничего, может быть, действительно больше работать с растениями. Это тоже очищение такое какое-то природное. Я вот все лето босиком наяриваю по огороду, бегаю. И после выхода на пенсию, я вам правду скажу, произошло чудо, я стала чувствовать себя лучше, у меня появилось какое-то здоровье, я все лето провожу с растениями, я прекратила работать намного раньше, чем начала получать пенсию, только потому, что я не могла. Ну, во-первых, и из-за астмы, и из-за спины, проблемы со спиной, я не могла наклоняться, не могла обуваться, не могла утром долго раскачаться, я сейчас об этом ни о чем почти не вспоминаю. Я работаю как лошадь в огороде, я устаю, у меня крепкий сон, мне кажется, я даже стала выглядеть лучше, чем я выглядела лет 5-8 назад. И я считаю, что это связано только с растениями, только с природой. Вот сейчас начинаются посевы, завтра и послезавтра я буду сеять. Все это буду вам показывать, все рассказывать. И еще один совет, самый главный, я уже говорила 100 раз. Полюбите растения, и они вам обязательно отплатят и большим урожаем. Они даже будут перед вами нахваливаться, они друг перед другом. А я вот какой большой вырос, а я еще больше. Каждый захочет хозяйку свою порадовать, вот, чтобы она именно подошла к нему, погладила вот так и сказала, ты мой золотой, да какой же, ты самый красивый у меня во всем огороде. И они испытывают гордость от того, что мы их хвалим. До свидания. С вами была Ольга Чернова в преддверии посевной. У меня такое хорошее настроение. Хочу. Всех люблю. Спасибо за то, что заходите. Спасибо за то, что смотрите. Даже сейчас вот эти вот, кто пишет негативные комментарии, даже на них стало, знаете, как-то безразлично. У меня все мысли уже про растения, про ростки в огороде. Все, люблю всех, буду помогать всем. Заходите, учитесь.